Наше специальное предложение дня. Впустите воздух в свое окно, в свою квартиру, в свой дом. Заберите свое настроение, свой праздник. Наш Тюль – яркие цветы, яркие розы в цветах золото и серебро. Забирайте прямо сейчас. Вот именно с таким тюлем получится оформить дом особенно. Именно индивидуальность является главным трендом 2018 года. И вы идете в ногу со временем прямо сейчас, уже в преддверии главного праздника страны, вы приобретаете особенный, изящный и неповторимо красивый интерьер вместе с тюлем «Яркие розы». Это французский шик, и особенность этого тюля именно в этой вышивке, которую вы видите сейчас на экране. Вот он отличается именно особым подходом к декору. Юль, а что ж это за декор-то такой? В чем особенность? Почему именно этот декор ты выбрала сейчас? Обрати внимание, сколько декоративных элементов только на одном тюле. Угу. Это и очень красивая металлизированная тесьма. Это и шикарные пайетки, зеркальные, от которых веет просто сказкой, чувственностью. Очень красивые переливы дает тюль. Это и ручной работы розочки из тюля, да, органзовая. Органза здесь у нас с вами, смотрите. И все это имитация французской люны. Вильской вышивки. Только сегодня в день распродажи. Самое лучшее предложение, которое мы можем вам сегодня сделать. Вот как выполняется сложно, кропотливо, трудоемко. Одна из самых красивых вышивок в мире, которую придумали больше 150 лет назад во французском вот Люневиле. Да. Метр такой ткани, выполненный ручным трудом, 18 тысяч рублей. У нас с вами сегодня самая уютная цена, потому что это и спецпредложение, еще и распродажа. Да, 1499 рублей, не устаю повторять эту цену, ваша скидка сегодня почти 2000 рублей, и вы получаете фантастической красоты трехметровый тюль, который создает праздничное настроение. И сейчас у нас в руках цвет золота. Золото, а у нас есть еще и серебро. Обратите внимание на размер целых 3 метра роскошного тюля с потрясающей вышивкой. Вы только посмотрите на подол этого шикарного платья. Ну, буквально свадебный наряд, честно. Я сейчас возьму лекало, буду просто кроить себе свадебный наряд. Очень красиво. Эффектно и необычно. Представьте, с каким настроением будете заходить в комнату, где окно будет украшать тюль яркие розы. Пойдемте посмотрим еще один цвет. Кроме золота у нас есть еще и серебро. Вот я для себя, например, выбрала сегодня серебро. Наши скидочки стоят. Никуда не денутся, но только один день сегодня. Так, у нас есть еще один цвет, цвет серебро. Вот это мой выбор на сегодня. Мне очень понравилось платиновое сияние. Вот такое спокойное, такое нарядное, воодушевляющее. Хочется разглядывать каждый элемент. Поэтому серебро я бы повесила себе. Я как раз сейчас делаю ремонт, и вот для кухни мне не хватает наряда для окна. Кстати, вот именно этот тюль можно использовать и как самостоятельное украшение для кухни. Как самостоятельное, понимаю, правда самодостаточно. Но как его использовать на кухне? Как сделать так, чтобы он и не запылился, и не пропах едой? Ну, на самом деле, да, на кухне очень сложное загрязнение, я понимаю. Но сама помню, что в тяжелые портьеры их потом отстирывать сложнее. А в нашем случае тюль выполнен из специальных полиэфирных волокон. Сетка здесь с крупной ячейкой, поэтому легко очищается наш тюль. Его абсолютно не составит труда его постирать. И можно это делать в стиральной машинке. Вот эту красоту можно стирать в стиральной машинке. Да, 30-40 градусов температурный режим, малосминаемая ткань, просто ее растянули, и во влажном виде, в принципе, можно уже вешать на карниз, и она отвисится сама за счет шикарной тесьмы, которая является еще и кантом-утяжелителем. Загибайте пальцы, значит, это трехметровый тюль, огромный, красивый. Здесь техника выполнения наполовину ручная, по принципу люневильской вышивки, метр которой стоит 18 тысяч рублей, а у нас это тюль еще и можно постирать вручную. 1499 рублей, вернее, постирать в машинке. И ваша скидка только сегодня, только в день большой распродажи составляет 1900 рублей. Цена ниже, чем скидка. Юль, ну а как преобразится наш дом, наш интерьер? Давайте посмотрим. Действительно, яркие розы очень хорошо будут уместны в любом типе интерьера. Да. Дело в том, что тюль с подобной вышивкой очень органично вписывается в атмосферу и классического, и модерна интерьеров, и к любым портьерам абсолютно вы подберете яркие розы, а также он может украсить ваше окошко, например, в столовой комнате.
комнате, как самостоятельный наряд для окна. Это праздничное украшение, это нарядное украшение. Я вас спрошу, вы стильная хозяйка или хотите такой стать? Вы следите за тенденциями текстильной моды? Тогда знайте, именно такой тюль сегодня облюбовала вся Европа, и самые мировые модные дома, например, Миланский дом моды, предлагают именно вот такое украшение, как самое нетривиальное для дома. Подчеркните ваш изысканный вкус, сделайте ваш дом особенным. Юль, ну я выбрала уже золото, и я чувствую, что мой дом будет особенным. Вы смотрите, какой праздник сейчас. И у нас в студии сейчас цвет серебро. Юль, но как устроены вот эти пайетки и декор? Не оторвутся ли? Смотри, я уже упомянула, что можно стирать в машинке. Давайте мы посмотрим в максимальном приближении. Так. Дело в том, что это не напыление, это прям вышивка, причем вплетенная в основное полотно сеточки. Давайте посмотрим с вами с другой стороны. Мы увидим ту самую нить хитросплетения, которые позволяют нам стирать тюль. Это все прочно и крепко. Я могу даже на вот ваших глазах попытаться попортить это шикарное украшение. Но декор не отлетает. Ни пайетки, ни металлизированная тесьма, ни тюль из органзы. Но если вы обращаете внимание именно на фактуру, это находка для вас. Практичное, износостойкое полотно. И сама сетка очень крепкая и прочная, не теряет своей формы долгое время. Супер, это ведь не тюль, это подарок судьбы. Да еще и подарок какой? Цена со скидкой почти 2000 рублей. Юль, ну а еще разок, как преобразить интерьер? Неожиданно там могут быть решения. Прежде всего, темная комната станет светлой, маленькая комната станет большой. За счет декоративных элементов, дающих блеск, расширяется визуально пространство вашей комнаты. Будь то гостиная, будь то спальня, будуар женский, девчонкам в спальне очень хорошо. То есть абсолютно в любую комнату подойдет этот универсальный тюль. Шикарно, что у нас с вами 3 метра. Потрясающий, сверкающий блеск. Вот ой, посмотрите, правда, Юль, вот искринки. Знаешь, впечатление, что это кружево, как будто снег припорошил, да? И вот эти искры на свете фонаря или софитов. Ой, а как ценно, что здесь у нас с вами 50% ручного труда. Все эти потрясающие розочки дизайнеры сначала собирали вручную, и только потом на машинке уже пришивалось на специальном высокоточном оборудовании. Очень красиво, оригинально, самое главное. Я люблю вещи нетривиальные. Характера. Вообразите себе, вот этот тюль, метр которого, если это люнивильская вышивка, стоит почти 18 тысяч рублей. Здесь, по принципу люнивильской вышивки, но не менее бесценно. По цене 1499 рублей скидка, почти 2000 рублей. Успейте забрать сегодня в день распродажи, последний финале распродажи в рубрике «Домную», учитывая, что это наш товар дня. Юль, ну и скажи мне, пожалуйста, не запылится ли, знаешь, ты говоришь, прочная фактура. Крупные ячейки здесь у нашего полиэфирного волокна сплетено оно таким образом, что оно легко очищается и малозапыляемо. И еще один сюрприз. Шторная лента пришита на ней. Вы сэкономите еще порядка 1000 рублей. Экономьте шоп-н-шоу. Сделайте ваш дом особенным. Встречайте праздник в хорошем настроении и с французским шиком. И по суперцене.